Соник! Всем привет, народ! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня будет очень страшное видео. Видео, ребята. Сегодня мы будем смотреть какой-то проклятый мультик про Соника Экзе. Перед началом я расскажу вам короткую историю, что вообще, как это было. Дело в том, что один чувак создал игру, где Соник, обычный Соник, не добрый, а злой, жуткий монстр. И он отправил эту игру своему другу, и вместе с этой игрой он отправил предупреждение, чтобы ни в коем случае тот не играл в эту игру, потому что она проклята. И если он поиграет в эту игру, злой Соник выйдет на свободу. Но этот друг его не послушал и, конечно же, запустил эту суперкрутую игру, где Соник Экзе просто там всех мочил, убивал, ну что-то такое. И в итоге, ребята, Соник реально вышел из игры и замочил этого чувака. Короче говоря, и существует версия о том, что Соник может прийти, блин, к любому, кто посмотрит мультик, который выглядит просто ужасно. Я, ребята, уже, честно сказать, не смотрела, я так мельком пробежалась, потому что я видела, как американские блогеры и наши тоже блогеры посмотрели этот мультик, и с ними, короче, какая-то жесть творилась. Короче говоря, Соник реально приходил или что-то, ну, короче, какая-то жесть происходила. Я не знаю, что произойдет у нас, но сегодня я вам предлагаю посмотреть этот мультик «Соник Экзе», страшного Соника, вместе с вами. Говорят, после просмотра этого фильма, этого страшного ужастика про «Соник Экзе», он так его зовут, «Соник Экзе», короче, начинает происходить какая-то фигня. Но чтобы более, значит, сделать эту обстановку реально как в киношную, в кинотеатре, мы, ребята, сейчас с вами поднимемся наверх, как на последние ряды, на второй этаж. Я там маленько кое-что сделала, а пока я туда забираюсь, ребят, вы можете заварить себе чаечек или налить себе лимонадик, там взять печеньки, чипсики, в общем, для того, чтобы вместе со мной посмотреть этот страшный фильм. Но обязательно подумайте, ребята, хотите ли вы это увидеть, потому что Соник, возможно, может прийти не только ко мне, но и к вам. Так что, ребята, подумайте, стоит ли смотреть вообще этот видос, и продолжайте просмотр. А мы полезли наверх. Ребятушки, не забывайте лайки ставить, подписываться на канал и так далее. Так, поднимаемся наверх. Опа. Есть. Отлично. Опа. О. Так, все. У. Главное не биться головой. Так, ребят, смотрите, как я тут все себе подшаманила. У меня тут уже чипсики. У меня тут пепси. Вот, потому что мы же будем с вами смотреть кино. Вы будете на большом экране смотреть, а я буду смотреть через телефон. У меня тут уже поставлено. Так. Так. Ага, отлично. Кола, чипсы. Еще, ребят, взяла патчи. Не знаю, хочу попробовать сейчас налепить. Как раз примерно кино идет около 11, там, 12 минут. Подержу их, посмотрим, какой будет эффект заодно от этих патчи. Короче, все, запускаем. Итак, так, отлично. Короче, летит лисенок. Летит лисенок. У него такой прикольный хвост. Типа, он из двух частей состоит и вертится, вертится. Ага, он приземлился и видит Соник. Так, Соника, правильно? Ба. Что-то уже, что-то начинается какая-то фиговинка. Сейчас, ребят, погодите. Нажму на паузу, потому что я не успела себе пепси налить. Сейчас, быстренько. Пепсюшу. И чипсы откроем. Там на самом интересном просто моменте. Так, все. Теперь точно как в кино. Продолжаем просмотр. Так. Угу. Так, этот лисенок жутко испугался. Что-то стоит. О! Жесть, что-то за свин. Вы видели? Эх ты, курица с кольцом. Очуметь. Просто полюбас это сделал Соник. Но Соник выглядит вроде как нормально. Его, правда, со спины показывает, ничего такого. Глаза нормальные, нос нормальный. Так, сейчас он пытается до него дотронуться.
Ну, повернулся. Нормальный. Может, это не тот мультик? Он типа, привет, Соник, это его друг. А, жесть! Вы видели? Офигеть, просто. Просто офигеть. Он превратился в какого-то зубастого монстра. У него глаза какие-то красные. Вы хоть раз видели такого Sonic XZ? Или вы видели только хорошего? Ребят, напишите прямо сейчас в комментариях, что вы никогда не видели такого злого Соника. Он, короче, летит за этой белкой. Или кто это, я не знаю. Я, честно говоря, не увлекаюсь аниме-мультиками. Но, так, у них какая-то погоня. И вот этот лисенок что-то куда-то... Видали, как он летит, короче, и срезает своими руками, срезает прям деревья. Обалдеть. Так, этот лисенок нашел какую-то кость острую. Походу, он будет ей защищаться. Жесть, ребята. Соник. Угу. Так, он хочет его съесть. А у Соника в руках кость такая острая. Ой, не у Соника, у лисенка. Блин. Так, и что? Жесть! Он воткнул прямо в лоб Сонику. И Соник стоит, как ни в чем не бывало. Вау, он что сейчас вынет? Ребят, вообще говорят, после просмотра этого фильма вообще меняется даже сознание. Неужели мультяшные герои могут, блин, быть такими злыми? Я просто слышала, что бывает там и Том превращается в жуткого, там, страшного какого-то монстра. Ну, там еще многие такие, которые вообще должны быть добрыми. Они где-то в каких-то играх превращаются в злодеев. Так, я не поняла, он убил, получается, Соника злого этого? Нет, что-то случилось. Он стоит, у него даже, понимаете, у него даже крови нет. Очуметь, вы видели? Он просто его, честно сказать, не знаю, можно это говорить. Короче, он его разрезал своими пальцами просто на несколько кусочков. Это, ба, и смотрите, так, злорадствует, играет головой, как в баскетбольный мяч. А что, походу, у него еще глаза двигаются у этого лисенка. Блин, ну это, конечно, жесть. Кто такое придумал? Соник, смотрите, какие у него зубы. Это просто очуметь. Если он реально придет, ребят, это будет просто жесть. Короче, я сейчас нажала на паузу, потому что я все-таки хочу вот эти вот патчи попробовать на положить. Не знаю, смотрите, какие они прикольненькие. Какие-то голубенькие силиконовые патчи. Так, вот так. Написано, что они коллагеновые какие-то. Ну, не знаю, сейчас попробуем. Тут зеркало себе приготовила. Сейчас я быстренько их приклею. Так, 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 так. Так, так. Не знаю, говорят, просто бомбические какие-то патчи. Я думаю, многие из вас уже их, ну, пользуются патчами, потому что это вообще очень супер современно. Так, давайте, давайте. Что-то они плохо прилепляются. Такой холодок. Ну, короче, не знаю. Нацепила. Не знаю, как они держатся. Ну, короче, надеюсь, что не свалится. А свалится, и фиг с ними. Короче, как раз продолжаем просмотр, ребят. Так. Отлично. Face ID сработал. Даже с патчами. Так, смотрим далее. Короче, он замочил. О, он что-то сказал, вы слышали? I am God. Типа, я монстр, что ли, или что-то как-то переводится. Ребята, ставим лайкосы, не забываем, потому что это реально криптовый ужастик. И у этого фильма на Ютубе, короче, около 40 миллионов просмотров. То есть, прикиньте, какой он мистической силой обладает. 40 лямов просто. Он еще башку надел на кол. Я просто в шоке. Кто вообще смотрит такие мультики? Злой, страшный Sonic XZ, которого просто создал какой... Смотрите, а это, походу, дружок сейчас летит. Тоже он похож на Соника. И он ищет, вот видите, Missing Thing написано. Он ищет, ребят, этого лисенка. И он залетает в какую-то трубу, а уже этот злой Соник, короче, наблюдает за ним. Такой, ха-ха-ха, сейчас я тебя тоже замочу. Если...
Жесть. Вот когда он налетает вот так, это реально страшно. Я не знаю, некоторые, типа, вот когда смотрят это кино в 3 часа ночи, это реально, наверное, жесть. Вот просто обычному человеку, даже взрослому, просто нереально страшно. Смотрите, он, короче, приземлился, этот, кто ищет вот этого лисенка, красный вот этот Соник, он просто идет, и там следы крови, следы, следы, написано turn back, что ли, turn back, типа, не вернешься обратно, что ли. И смотрите, опять появляется страшный Sonic Exe, Sonic Exe, которого создал какой-то чувак сумасшедший, просто как можно было придумать вообще такого монстра. Просто у него зубы в ряда в 4 или в 5, ребят, это просто какой-то трэш просто. У этого, что, задрожали, он не может ничего сказать. А, он увидел, короче, голову. Соник ему показывает, типа, смотри, вон, сейчас будешь так же на колу повешенный. Он просто в шоке. Этот красный, типа, он вот искал этого лисенка и увидел, как его голова на... Ну, ребята, мне кажется, это вообще полная жесть. Я не знаю. Если вам уже страшно, ребята, напишите в комментариях и переставайте смотреть, потому что я не думала, что будет реально такая жесть. Я думала, там просто злющий лисенок полетает, и как бы все. А тут получается, что он еще облизывает кровь. Офигеть. Он решил с ним сразиться. А вон, Соник очень быстрый. Он раз, и уже сзади. Господи, он расцарапал ему глаз. Боже мой, неужели он его прикончит? Он расцарапал ему глаз. Он улетает. Соник смеется. Типа, где он прячется? Черт, что это такое? Что это было? Дим, ты слышал? Где? В лесу? Блин, какой-то... Как звон, динь-динь, типа, короче, нет, даже, я не знаю, как звон, понимаешь, как бокалы так, динь-динь, динь-динь, вот, слышал? Слушайте, надо проверить, сходить, а то фиг его знает, кто там еще приперся. Кто здесь? Что-то вот отсюда слышала. Но я ничего не видела, я слышала только. Что, плачь нормально на месте? Да. А что? Их надо 10 минут держать. А то, мне кажется, неправильно. Блин, это что блестит? Нифига себе! Офигеть, что это? Это кольцо? Это золотое нафиг, блин, кольцо? Слушай, а Соник, по-моему, в игре именно вот такие кольца собирает. Да, только они больше. Они для чего вообще нужны? Не знаю. Золотой, может, еще... Прикинь, озолотимся, нафиг, Соник нам тут покидает золотых колец. Очуметь. Слушай, наверное, надо досмотреть, и реально тут будет дофига золотых колец. Реально? Мне кажется, реально оно золотое, ты как думаешь? Похоже. Мне кажется, прям чистое золото. Очуметь. Короче, бомба, ребят. Давайте дальше досматривать. Опа. Так. Опа. Блин, крутяк. Золото. Короче, положу здесь пока. Золотое кольцо, реально. Так, Соник, меня это радует. Я дальше хочу посмотреть. Хотя говорили, что будет типа что-то ужасное. Смотрим дальше. Так, он тут улыбается. Ба, он пальцем, короче, поднимает дерево и летит вот этот вот добрый красный Соник, добрый, наверное, который от него прячется. Угу. Он выглядывает из-за дерева, но боится. А этот держит одним пальцем, короче, дерево. Нифига себе! Он превратил дерево в несколько кольев вообще острых.
Он сейчас нафиг проткнет этого. Блин, мне его так жалко. Смотрите, как они летят. Блин. А он за деревом. Он за деревом стоит. О! Нифига себе, они пронзили прям дерево. По кругу. О, ребят, не попали они в него. Он кинул, они не попали. Теперь он сможет сразиться с ним. Хоть у него, видите, один глаз окровавленный. Просто жесть, папа. Просто глаз. Он нафиг мозги. Я в шоке. Ребят, я не еду. Мне слов нет. Ребят, реально это жесткое видео. Реально это очень злой Соник. Прикиньте, если он придет такой злой ко мне сюда после просмотра этого видео и что-нибудь сделает со мной. Мне бы не хотелось, чтобы мои мозги были наружу. Это просто жесть, представить. Так, летит еще какой-то чувак, и мне кажется, что ему тоже будет крышка. Он, потому что его уже заметил. Я не знаю, кто это летит. Ребят, если вы знаете, пожалуйста, напишите в комментах. Так, он летит, он преследует его. Он уже все, оскалил зубы. Блин, я уже переживаю, оглядываться начинаю. Вроде ничего такого не происходит. Блин, такой прикольный чувак. У него какой-то такой нос, как морковкой. А этот Соник Экзе показывает, типа, чё? Тебе конец. И тот типа злится на него. Что-то он походу придумает. Бост. Кнопка какую-то нажал. Типа ускорение. Суперскорость. А Соник-то сам очень быстро. Не знаю, поможет ли ему это или нет. Ржет. Видимо, он знает, что он может с ним справиться. Что-то он опять рук. Смотрите, он какого монстра. Офигеть. У него... Ребята, это просто жесть. У него щупальца. И он... Я в шоке, у меня слов нет. Бабах! Он его вытащил. Он его вытащил из своей машины при помощи своей руки с щупальцами. Сейчас он ему откусит голову. Ну а что еще может быть? А! У него в руке какая-то кнопка. Давай, давай, у тебя получится. Давай, нажимай ее, давай. О, он его обманул, он обманул Соника. Сейчас он нажмет, короче, и пушкой убьет его. Ребят, кто ставит на то, что он убьет Соника прямо сейчас, ставьте лайк. Кто считает, что Соник сейчас просто размажется, и он проиграл. Смотрите, этот падает. Нажимай, нажимай, нажимай на кнопку, нажимай. Вот, нажал и... Ну давай, заводись, Коломага. Какой-то синий пузырь на Соника. Соник весь синий. Короче, ребята, походу... Сонику Экзе конец. Хоть один с ним справился, потому что реально монстр. Так, этот падает. А, его сейчас машина его подловит. Отлично. Ха-ха-ха, такой довольный. А Соник там погибает. Из последних сил. Ну давай уже, давай уже. Все. Очуметь, ребят. Очуметь. Он не умер. И это конец, ребята. Мы досмотрели этот фильм до конца про Соника Экзе. Он не погиб. У него просто куча каких-то рваных ран, разрезов. Офигеть. Так, ладно, снимаю я патчи эти. Не знаю, что там эффект был какой или нет. Как раз мы их 13 минут подержали. Ой, слушайте, прям реально. Вот это вот все так это. Прям прогладилось. Офигеть. Короче, кому интересно, напишите мне в мой инстаграм, в директ. Я скажу, что это за патчи. Это какая-то натуральная косметика. Мой директ, нижнее подчеркивание, Ирина Ясинская. На мой инстаграм подписывайтесь. Я там буду пробовать всякие вот эти вот косметики, крема. И вам советовать, если вам интересно. Слышала? Черт, кто-то есть. Там кто-то на дороге. Черт, кто-то на дороге, блин. Это Соник, наверное. Дим, это, наверное, Соник. Блин, нифига себе. Ты видишь это?
Дима, офигеть, тут кольца золотые прямо... Прямо висят, блин! Ребят, вы видите, это просто жесть! Походу, я попала в эту игру, блин. Очуметь, я попала в игру Соника. Походу, мне нужно собрать все эти кольца, ребят. Очуметь. Короче, ребята, поставьте, пожалуйста, лайки, потому что прямо сейчас я попробую в реальном мире поиграть в игру Соника, потому что прямо передо мной три кольца. Офигеть, я попробую прямо сейчас их собрать. Короче, ребят, я собрала все эти кольца, но, блин, я ничего вообще не почувствовала. Они просто исчезли. Типа я какие-то очки, что ли, набрала. Я не знаю, походу, сейчас должен... Соник! Соник! Черт, он был здесь! Блин, он прямо здесь был, ребят! Черт! Вон он! Вы видели его? Он здесь пробежал! Блин, он был где-то здесь! Соник? Соник, ты добрый? О, черт! Нет! 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 Ира! Ира, что случилось? Ира! Ира, очнись! Ира! Что произошло? Тебя целый час не было! А, почему так шея болит? Что? Что у тебя с шеей? А, почему так болит? Ира, у тебя какой-то шрам, может врача вызвать? А, черт, на меня Соник напал! Я, последнее, что я помню, что на меня напал Соник Экзе! Соник Монстр! А, черт! Что у меня там? Что? Это какой-то гигантский шрам. Срочно к врачу. Это Соник расцарапал. Блин, дай посмотреть. Черт. Как жжет. Жесть, как жжет. Черт. Дай посмотреть. Пошли к зеркалу. Вау. Я последнее, что помню, я побежала за Соником. Я видела его. Он, короче, напал на меня и расцарапал. Он хотел мне башку, что ли, отрезать. А, ребят, это просто жесть. Реально просмотр этого фильма работает. Просто. Еще где зеркало? А, черт, как жжет. О, так, дай посмотреть. Мама! О, адская боль. Черт. Что он с тобой сделал? Как это могло произойти? А, ребята, это просто жесть. Я видела реального Соника, и он чуть не прикончил меня. Я думаю, на этом все. До новых встреч в новых видосах, ребят. Жду вас совсем скоро. Пока.